have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки, и мы с вами продолжаем приключения в мире Кены. Итак, Бамбалейла, подключение. Нет! Понял. Стоп, погодите. Оно долго, я понимаю, но мне нужно понять отсюда. Какой у нас... Оттуда как мы попадаем? А, там зацеп есть, что ли? Ну-ка, я его не заметил сразу. Угу. Это мы идем, это мы прыгаем. Вот сюда мы идем, да? А туда как нам? Так, ладно, сейчас посмотрим. Надо все открыть сначала. Жук? Это шляпа просто. Мы сейчас перезапустим таймер. Все. Не смей так делать никогда, не поступай так. Погоди. Я понял, хорошо. Давайте, складывайтесь. Это все допрыгивается, это все относительно несложно, если это все делать по-человечески. Нормально. Тут мы все сделали. Вот тут еще... тут же и запрыгнуть можно. Да, все хорошо. Второй механизм. Итак. Бомбиссимо. Все, работает. Отлично. Вот так, готово. Спустись туда, попробуй открыть эту дверь. Супер, я обязательно это сейчас сделаю. Но сначала я и мои 40 слонов сходим и отнесем почту. Я думаю, что еще не слишком поздно это сделать. Мы сюда вернемся, конечно же, абсолютно. Но... Тут... А где у нас... Где у нас быстрое перемещение? Оно дальше. Просто прямо на этом же острове у нас есть почта духов, которую мы можем вернуть. Почему? И давайте пользоваться шифтом, раз мы его уже перенастроили, нашли. Выпусти меня, пожалуйста. Большая черепаха. Отлично. Сейчас я быстренько соображу, где это было. Побегать, наверное. Там, не там. Вот здесь. Что это? Там, не там. Утесы возле пещер, сердце деревни иссечены волнами и... А, это не сюда?
утес возле пещер. Погодите, значит, тут где-то есть второй почтовый ящик, да, который я находил раньше. Раз это не та почта. Но я тут видел какую-то другую. Мы с вами до этого находили другой почтовый ящик. Давайте по-быстренькому посмотрим. Там это, не там. Не могу вспомнить. Так. И еще тогда такой вопрос получается, могу ли я, ну, с собой две почты таскать? Да, это тут не откроется. Тут вам не здесь, а здесь вам, вы не поверите, даже не там. Может, это было тут? Я не помню. Так, это тут у нас ящик, вот этот недоящик. Все, серьезно, они появляются? Мне кажется, что... Погодите, а тут что? Просто место? Давайте я сейчас побегаю, посмотрю, если найдем, вернемся. Вот вроде первое местечко, которое мы находили. Ну-ка, это отсюда? Давным-давно искусственный мастер высек огромную статую в скалах на тропе войны. Я понимаю, но, ребят, а куда тогда? Но у меня же есть почта. Вон два почтовых ящика. Я не могу ни один из них отнести. Ладно, тогда возвращаемся туда. Я кое-что вспомнил. У нас же тут был камушек, который мы собирались взорвать. Давайте, пока мы здесь... Соберем этого другалька. Я что-то так и думал, что здесь у нас будет тленничок вот этот вот. Тленыш. Хорошо, еще три. Идем, идем. К поднятию третьего уровня. Это было бы хорошо поднять его. В принципе, нет, но я их нахожу. Но при этом мне карта говорит, что они стоят в таких огромных количествах, остаются где-то позади. Я прямо аж даже не знаю. Ну, на идеал я не буду тут ничего проходить, я вам это уже говорил. То, что найду по пути, то найду. Я думаю, мне этого должно вполне хватить. Я бы не сказал, что игра прям очень хардкорная. Нет, она довольно сложная в некоторых моментах. Но она нормально проходится. Если нет какого-то чего-то забагованного, она, в принципе, нормально проходится. Поэтому, ну, в общем-то, норм. Тут мы сделали все. Какие-то непонятные пролагивания. Она не так много ресурсов требует. То есть у меня сейчас 40% ресурсов всего лишь уходит на записи, на игру. Но иногда случается пролагивание. Не знаю почему. Что это? Что-то наделало. О-о-о, гори-гори ярко. У кого-то подгорает. Наверное, у этого леса. Я что-то думаю, что это вот она и есть. Хотя вот по ее реакции, я теперь такой думаю, что, наверное, это, возможно, не она. Что это за барьеры такие? Чтобы я как медведь не зашел и не сгорел, да? Идет такая Кена, видит, дом горит. Зашла в дом и сгорела. Ну, логично же. Это можно поднять, давайте. А, оно находится опять же за барьером. Сейчас я это никак не подниму. Наверное, нужно будет вернуться сюда, когда мы это все потушим. Уж не знаю, если потушим. И сюда тоже... Блин, даже... Его не видно, впритык просто не видно. Ты такой подходишь, такой, а, нет, здесь барьер, чувак. Обойдешься. Открытый мир, конечно, открытым миром, но ты, это, ходи ровненько, пожалуйста, не выпендривайся. Так, ладно. О, драка.
не попал. Мобы. Мобы встречаются. Так, а это получается, что улучшение... Вот, у меня четвертый скилл — это бомба. Давайте, что мы можем с ней сделать? Урон от бомбы повышается, если Кена подстреливает бомбу до того, как она взорвется сама. Мне, в принципе, это подходит. А что там дальше будет? Требуется две бомбы одновременно. О, вот это мне нужно. Интересно, сколько она будет стоить, эта способность. Так, у меня тут немножко код куролесит, так что извиняюсь. И получается, что мне еще нужно будет? Мне нужно будет вот это. На третьем уровне оно откроется, большой колчан. А ты у нас удерживайте, и, а затем нажмите, чтобы создать бомбу с тленом. При взрыве бомба замедляет... Погодите. А вот это красиво против всякой мелочи. Интересно, а на больших дядек это будет работать или нет? Я хочу вот это вот. И... Хорошо. Все, я понял. Ладно, это у нас все тленные способности. Щит с тлена, значит, не так, кстати. Ну, это нормально. Вот это вот я еще не делал. Кстати, у меня же в прыжке время замедляется. Ладно, пойдем. Теперь появился стимул что-то где-то зарабатывать, потому что появились интересные скиллы. Надо будет на мелочи какой-нибудь попробовать. Так, ну, нам явно туда. К вот этому окуса урона, которая там... Здесь ничего так... А, понятно. Меня сюда даже и не пустят сейчас. Спасибо. Оп. Оп. И оп. Супер. Итак. Честно, очень темно. Очень, блин, темно. Как вы так... Ну, прям, знаете, не то чтобы... Ой, темно, я не вижу. А вот прям некомфортно темно. Я не хочу сильно выкручивать яркость, потому что тогда другие сцены будут смотреться отвратительно, но... Хорошо, маска. Итак. Да, похоже, все-таки это ее подруга. Наверное. Ясно. Ладно. Не буду никаких преждевременных выводов делать. Я ощущаю ее присутствие повсюду. Эти поля испещены шрамами, воспоминаниями и разрушениями. Что тут произошло? Нам нужно найти три реликвии, чтобы, чтобы помочь Айдире. Вон там под... отравой что-то закопано. Можно начать поиски там. Понял. Хорошо. Начнем. Я сейчас просто вот этими открытыми воспоминаниями потушил пожар в локации? Немножечко недопетрил я. Что произошло сейчас? Я пришел, увидел воспоминания, и пожар потух. Взаимодействовать. Соберите все реликвии для призыва Дира. Да-да-да, хорошо, я понял. Отпусти меня. Так, вы тут, короче, веселились, развлекались. Вот сюда мне нужно, да? Тут что, у нас файт будет? Или как я вам это сейчас... Ну, мне надо, чтобы цветок раскрылся. Ну, чтобы он раскрылся. Здесь находится реликвия. Похоже, эти камни более чем... часть чего-то, какого-то более крупного сооружения.
это наш вол, он помогает нам придавать очертания этим землям. Нам нужно ему помочь. Я не знаю, как он еще после всего этого работает, но мы не можем просто оставить его здесь. Постарайся очистить все скверны другие участки на полях. Мне кажется, они связаны между собой. Хорошо. Постарайся очистить. Угу. Ну, пойдем, я не против. Тут у нас сейчас будет больше паркура. Мы не договоримся? Что тут за ящерицы такие ползают интересные? Не попал. Кто? И почему я тебя не вижу? Так, стрельба на упреждение здесь. Чё ты ко мне идёшь? Отстань. Всё? Ну, кстати, взрыв не такой уж и сильный. Он просто отбрасывает. Но он какого-то большого урона не наносит. Ну, понятно, что, возможно, его еще просто прокачать нужно. Но пока что... Не знаю. Так. Откуда я сюда должен залазить? Отсюда, что ли? Это повернуть. А откуда? Изнутри. Тут ничего нету. Понял. Да, давайте заново. Но оно, кстати, долго висит. Очень долго. Я, может, и успел бы еще. Да, нет, она меня отбросила. Ясно, понятно. Потому он, кстати, и долго висит, если что. Чтобы везде успел. Ну, сделайте вы зацепы с этой стороны, ну. Нет? Как же эта кривизна бесит, серьезно. Ну, тут залезть 2 секунды. Сделайте какие-нибудь вот здесь, с этой стороны деревяшки, зацепы. Да запрыгни ты уже, сделайте их не такими скользкими, сделайте все по-человечески.
Ну, то есть, смотрите, реально тут запрыгнуть нефиг делать. Я сюда ради этого лез? Да, оказывается. Так, получается, первый находится вон там где-то. Если что, я не хотел такие титанические усилия ради просто одного тленыша. Ну, то есть... Итак, корни из башни чересчур разрослись. Она разрушилась... Не разрушили основание здания, которое здесь когда-то стояло. Я думаю, ты можешь собрать до основания башни, добраться до основания по обломкам. Хорошо, я тебя понял. Давайте посмотрим, как это все тут работает. Вот тут бы мне, кстати, две бомбы пригодились. Да, успокойся ты. Тут очень маленький таймер. Здесь. Как мне туда добраться? А, понял. И ее просто сложила на эти камни. Нормально. Просто сложила на эти... Я что, на кого-то из вас наступил? А, мне вот что интересно. А там тогда что? Давайте я буду возвращаться, потом гляну. Там явно можно пройти. Там есть какая-то то ли секретка, то ли не секретка. Уже не знаю. Что, что хочешь сказать? На земле глубокие рытвины, и они все сходятся в одной точке. Наверное, Адира разрушила множество строений, чтобы создать эту башню. Да, возможно. Возможно, она махла. О, а тут что? Тут деньги. Эть. Паркур, паркур. Парк. Суп курица, блин, чуть не улетела. А нужно ли мне туда? Не знаю. Пойдемте посмотрим. А, просто сундучок. Вроде больше ничего тут такого нету. Такая толпень за мной бегает. Прикольно. Так, выглядит как арена. Или нет? Это место было священным. Его построили древние племена, чтобы отслеживать времена года. На закате оно прекрасно. Мы с Атирой привели здесь много вечеров, отдыхая в тени руин. Знаете, все это очень сильно попахивает, что вы с Адирой, ну, чуть больше, чем друзья. Жаль, что подобные вещи впихивают в игры. Ну ладно. И причем... Ладно, это не мое дело сейчас судить об этом. Шорт с ним. Итак, что вы мне предлагаете? Это не работает. Понял. А дальше?
Извините, а зачем? Вот так, что ли? Да? Хорошо. Вот для чего это было. Запитать первый кристалл. Отлично. Плюс 3. Ого! А это прикольно выглядит, кстати. Надеюсь, она не закроется за мной. Так, а мы можем бежать? Можем. А это файт. Я же здесь разобьюсь. Нет, я умею летать. Я умею летать. Не, ну пузырь работает. Блин, там щитовик. Нет, 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 это этот багованное говно. А ну блин, оно достает за 3-9 земель, вы чё? Ну это вообще вот некрасиво сейчас было. Я думал, что это... Я его больше не увижу. Ну просто реально, это вот эта вот багованная гадость. Нафиг! Нафиг! Да ну хорош! Нет! Вот где мою сейчас? Где мою сейчас отвлекающее действие? Черт. Уходим. Уходим. Да ну хорош! Уйди! У него просто бесконечное количество это и хитпоинтов, и очков действий, ну... Для... Смотрите, он делает и выпады, и круги, и серьезно, для такого количества...
Валим, 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 валим. Нельзя до щитовикам нас ударить. Я кому-то сейчас покидаюсь, блин. Да ну! Заниматься другим чем-то невозможно. Опа! Не-не-не-не-не-не-не, у нее сейчас еще выпад этот будет сраный. Это я помню. Нет! Иди сюда! Да! Да ну ты не офигел, дядя! Аж игра свернулась. Да, понятно. Нет, это вот, вот это вот, короче, мужик, это просто боль, страдание и все, что только может быть, это невозможно. И хотя бы сделали его более слабым, серьезно, у него жизни очень много, при том, что... Меня еще и мелочь всякая бьет. Да! Серьезно! Серьезно, блин! Угу, понятно. Ясно. Короче, сейчас, ребят, я его убью, потом вернемся. Это случилось. Я его прошел. Это просто... Вот после того боя, там он был сам. После того боя, это самый, второй самый отвратительный бой, который здесь был за все это время. 15 минут. Я не знаю, сколько попыток у меня на это ушло, но 15 гребаных минут. А, я это открыл, чтобы сдохнуть? Я не знаю, а зачем мне тогда... А, мне сюда. Это было просто вот капец нервам. Вот что это было. А зачем мне это? А, мне это туда, я понял. Так я же не допрыгну, хотел я сказать. А, мне нужно... Все, я понял, зачем мне это нужно. Это, кстати, осталось. Давай, иди через мост. Так. А, это просто деньги, погоди. Там есть ребята, которые мной недовольны, типа...
все. Ну так мне к этому алтарю надо привести вот эту. Я понял, я могу и так сделать. Да, могу и так сделать. Иди, проходи, червяк. Почему я с той стороны это не мог сделать? Никто не знает. Просто забить. Все. Я же могу теперь нормально пройти, все хорошо. Все нормально, тут ничего вроде не надо. Так, мы открыли вторую дверь. Пойдем. Каким образом я сюда попадаю? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А дальше. Так, предварительно. А сюда? Сюда мне не получится. Опа. А, ну, не знаю, там, успокойся ты. А как мне дальше-то? Все, а, мне дальше и не надо. А, дальше я могу там пройти. Надеюсь. Так, один корень мы отрубили. Супер. Сейчас мы вот так. Вот так. И дальше можно вот сюда уже. Тогда с этой стороны что? Выглядит как то, что я сюда смогу поставить, но на самом деле нет. А это не место для медитации? Похоже. Ну ладно. Сохранение прошло. Зачем мне способ туда вернуться, если там ничего нету? Или есть? Да, тут везде есть способы, чтобы вернуться. Хорошо. Кнопочка, и мы поедем. О, привет, дружище. Иди сюда. Главное бревно на него не уроните теперь. Еще один. Еще один. Поехали. Да, это тот самый лифт, который я подозревал. Или... Или нет, или... Странно, почему тут он рычагом, а там этой магической кнопкой немножечко не понемял. А, я понял, где мы. Я думаю, до этого он бы не работал, да? Интересное место. Там же у нас было... Погодите, я сейчас хочу быстренько сбегать еще в то место. Помните, я сказал, что мы на обратном пути, наверное, туда зайдем. Но обратный путь у нас получился по-другому, поэтому предлагаю заглянуть туда сейчас. И тогда с этой стороны у нас будет более-менее покончено. Останется еще
два места открыть. Серьезно. Вот, ну, враги врагами, но вот этот вот персонаж вызывает реально очень большое подгорание. Потому что он абсолютнейше неадекватен. Я не знаю, что там разрабы... мутили. Я так не... На, надо будет повернуть его еще, да? Я понял. Хорошо, давайте попробуем. Есть вариант, как это все правильно делать. Блин, опять чуть не прижало. Успокойся. А я могу? Нет, понятно, наверное, не могу. Хорошо. А если не поворачивать? Я, блин, чекаю, мне в кнопках путаться. А так она не цепляется. Там... А, погоди. Может быть... Все, я, по-моему, понял, как это делается сейчас. Успел. И все из-за этого? А, не. А, ну тут шляпа или деньги. Блин, шляпа. Я думал... Осень. Я думал, будет этот хотя бы тленыш. Ну хорошо, добрались туда. Не страшно. Давайте тогда будем тут заканчивать. У нас еще два места, которые мы должны очистить. Я уверен, что потом там будут еще места, куда мы можем сходить. С этой стороны локации у нас... Получается, два крыла. Я почему-то изначально думал, что крыла 4, но крыла у нас два. Первое с пацанами и братом. Второе, это у нас история двух подружек-несмеянок. Хорошо, давайте... Продолжим уже в следующей серии. Пока спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, добра. Всем молодушек. И всем покеда.